Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Я Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И как я вам обещала вчера, сегодня у меня для вас новая сказочная история, которая называется «Под грибом». Как-то раз застал муравья сильный-пресильный дождь. Куда спрятаться? Увидел муравей на полянке маленький грибок, добежал до него и спрятался под шляпкой. Сидит под грибком, дождь пережидает. А дождь все идет, все сильнее и сильнее. Ползет к грибу мокрая бабочка. «Муравей, муравей, пусти меня под грибок. Промокла я, летать не могу». «Куда же я тебя пущу?» – говорит муравей. «Я один тут кое-как уместился». Ничего, в тесноте да не в обиде. Пустил муравей бабочку под грибок, а дождь еще сильнее идет. Бежит мимо мышка. «Пустите меня под грибок. Вода с меня ручьем течет». «Куда же мы тебя пустим? Тут и места-то нет. Потеснитесь немножко». Потеснились, пустили мышку под грибок. А дождь все льет и льет, не перестает. Мимо гриба воробей скачет и плачет. «Намокли перышки, устали крылышки. Пустите меня под грибок. Обсохнуть, отдохнуть, дождик переждать». «Да тут же места нет. Подвиньтесь, пожалуйста». «Ладно». Подвинулись, нашлось воробью место. А тут заяц на полянку выскочил, увидел гриб. «Спрячьте!» – кричит. «Спасите! За мной лиса гонится!» «Жалко зайца!» – говорит муравей. «Давайте еще потеснимся!» Только спрятали зайца, лиса прибежала. «Зайца не видали?» – спрашивает. «Нет, не видали!» Подошла лиса поближе, понюхала. «Не тут ли он спрятался?» «Да где же ему тут спрятаться?» Махнула лиса хвостом и ушла. К тому времени дождик прошел. Выглянуло солнышко, вылезли из-под гриба все и радуются. Муравей задумался и говорит: «Как же это так? Раньше мне одному под грибком тесно было, а теперь всем пятером место нашлось». «Хва-хва-хва-ква-ква!» – засмеялся кто-то. Все посмотрели, а на шляпке сидела лягушка и хохотала. «Эх вы, гриб-то! Ква-ква-ква-ква-ква!» – недосказала и ускакала. Посмотрели все на гриб и тут догадались, почему сначала одному под грибком тесно было, а потом и пятерым нашлось место, ведь грибы растут под дождем. Ну что, мои маленькие друзья, сейчас время смотреть мультфильм, а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, пока!